не дай Бог вам получить ситуацию в жизни, в которой дела вас будут радовать. Не дай Бог, это самое опасное. Почему? Потому что у человека есть два периода в жизни. Все планеты так стоят, что у них есть максимально хороший период и максимально плохой всегда. Когда человека радуют дела, ему все нравится, все хорошо, то этот человек в этот момент, он занимает ту позицию в жизни, что так должно быть всегда. Вот если сейчас статистику провести и спросить у людей, у кого сейчас нормальная жизнь, все хорошо, люди поднимут руки. И я его спрошу, этого человека, у вас всегда будет такая жизнь? Он скажет, конечно. Это называется привязываться. Вот человеку очень легко привязаться к счастью. Когда его радуют дела, у него все хорошо, он привязывается к этому счастью. А потом, когда, не дай Бог, у него будет нормально, как у всех, неплохо, а нормально, он будет страдать в этом момент. Поэтому веды говорят, человек не должен привязываться ни к счастью материальному, ни к страданиям. Потому что здесь есть люди, которых все плохо, и они чувствуют, что никогда не будет лучше. Вот у кого жизнь совсем прямо уже в тупике, уже в счастье вообще нет никакого, поднимите руку. Как вас зовут? Елена, вот у вас плохой период в жизни закончится через 2,5 месяца. А потом начнет все лучше и лучше становиться. И этот плохой период длится уже около 7 лет. Все правильно, да? Но вы верите, что потом лучше будет становиться? Раз вы сказали, Агинач, верю. Но не очень. Если честно. Так вот, знайте, что сейчас вы страдаете по той причине, что вы не знаете, что это тоже скоро закончится. Я вам сказал срок, посмотрите. Причина ваших страданий, что вы привязались к плохому. Почему человек привязывается к хорошему и плохому, сейчас объясню. Это объясняется ведом. Все очень просто. Смотрите, вот этот мир, в котором мы живем, это засада. Засада. Как она действует, я сейчас объясню. Когда человек просто смотрит на этот мир и выполняет свой долг перед ним, приходит счастье, он ему радуется, но не доверяет этому всему, что это надолго. Вот муж в нашей жизни... Навечно, нет? Нет. Вы говорите, меня муж никогда не просит. Это правда. Но он может оставить тело. Вы будете рядом с ним, гад такой, ты что, оставил тело? Меня не предупредил. Ну, он как бы сам не хотел. Может оставить тело просто. Нечаянно причем. У меня есть один знакомый, он живет в монастыре. И он такой счастливый, хотя у него тяжелая болезнь. Я ему говорю, давайте приезжайте к нам полечиться через 3 месяца. Вот такой посмотрел на меня и очень разумно, так спокойно мне дал знание своего вот этого счастливого состояния в жизни. Почему он так счастлив? Он передал мне это знание. Очень спокойно. Он меня поучил немножко, очень нежно. Он мне сказал... Я не знаю, приеду или нет. Я так удивился, говорю, ну вам же лучше стало, почему вы как бы сомневаетесь? Он говорит, я ни в чем не сомневаюсь, просто я не знаю, приеду или нет через 3 месяца. Я говорю, а почему вы не знаете, если вы не сомневаетесь в лечении? Он говорит, ну я не планирую так надолго, на 3 месяца. Я говорю, а почему? Он говорит, ну знаешь, я могу раньше тело оставить. Я говорю, что так сильно больны? Он тогда посмотрел на меня внимательно и сказал мне очень по-доброму, и ты тоже можешь раньше тело оставить. Просто говорит, ты об этом не думаешь. Я говорю, а почему я об этом не думаю? Он говорит, ну потому что еще не пришло время тебе так думать. Что я такой слишком здоровый.
говорит, нет, по другой причине. Когда человек не рассчитывает сильно на то, что здесь происходит в этом мире, а человек не может совсем ни на что не рассчитывать в своей жизни, ему придется на что-то рассчитывать, тогда он все свои силы вкладывает туда, где находится все возрастающее счастье. Потому что этот мир предназначен только для учебы. Он будет нас учить. К квартире привязался, там будет страдание. К жене привязался, там будет страдание. К здоровью привязался, там будет геморрой. Привязался к пище, значит, пища будет тебя мучить. Привязался к Омску, Омск тебя замучит. Если человек просто любит все, что здесь происходит, это хорошо. Но если он хочет использовать это все и наслаждаться этим, у меня будут только хорошие периоды в моей жизни. Тогда все плохо. Тогда будешь страдать. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез. Почему горьких слез? Потому что учись спокойно относиться к этому миру. Это не значит, что ты не будешь в нем испытывать счастье. Вот, допустим, сегодня вы меня слушаете с любовью. Это не значит, что у меня будет возможность завтра читать эти лекции. Это не значит вовсе. Это не значит, что я вечно их смогу читать. Завтра могут мне запретить их читать. Я уже не смогу. Такое может быть. Поэтому я должен просто благодарен быть судьбе за то, что происходит. Но ни на что не рассчитывать. Это и есть счастливая жизнь. А вот любить вас я могу вечно. С этим нет проблем. Мне никто не запретит любить людей. Никто не запретит в этом мире. Ни правительство, ни начальство, там никто. Понимаете? С этим нет проблем. Итак, есть сфера, в которой все возрастающее счастье. Это сфера, в которой человек сразу достигает того, чего он хочет достичь. Запомните это, сразу. Надо только включиться в эту сферу. Проблема в том, что заключается, что мы постоянно включены в другую сферу в своей жизни. Мы не включены в ту, где находится все возрастающее счастье. Для этого нужно отвлечься от всего, сесть напротив святого человека, который всегда включен в сферу все возрастающего счастья. И начать с ним отношения, хоть мы и не знаем, что это возможно. Пробовать. Надо начать вот эти отношения. Я хочу служить тебе, я хочу твою жизнь понять. Начинаем читать его о его жизни. Так, он жил вот так-то, так-то, так-то. Очень интересно. Вы включайтесь в этот момент в сферу все возрастающего счастья. И чем больше вы в этой сфере будете находиться, тем больше у вас будет сил делать все ваши дела. Первое, что у человека есть в его возможностях делать дела, это ощущение, может он это сделать или нет. Люди в основном действуют слепо. Они не думают о том, могут они объем этот потянуть или нет. Человек берет ипотеку, он не знает, он сможет ее отдать или нет, но он верит, что отдаст. Это безумие. Но когда человек молится святому человеку, у него в сердце появляется вот это чувство. Он смотрит на этот мир не слепо, он не ищет от него счастья, он его оценивает. Мы должны оценивать этот мир. Когда ты замуж выходишь, оцени человека. Не слепо верь в него. Я Васеньке верю, он очень хороший. Будешь страдать, значит. Оцени этого человека. Кто он такой, как он живет, готова ли ты принять такую жизнь. Оцени. Это не значит, что ты не должна Васеньку любить. Любовь как раз тебя и спасет. Потому что полностью оценить ты его все равно не сможешь. Он все равно тебя будет мучить. По-любому. Любой Васенька будет мучить обязательно. Любая Машенька тоже будет мучить обязательно. Вопрос, насколько я смогу это перенести. Поэтому люди, когда под венец шли, они плакали. Были серьезными. Сейчас все радуются. И клятву дают. Согласна ли ты выйти замуж за него? Конечно! Хорошо, запишем. А потом началось.
Ах, мамочка, на саночке каталась я везде. Встречалась с корюшкой на своей корюшке. Ах, мамочка, зачем? Итак, человек не должен привязываться к тому, что здесь происходит. Не надо привязываться. Замуж надо. Но не надо думать, что это будет прям вот совсем вот. Этот мир создан для экзамена. Здесь нет абсолютного счастья, как некоторые женщины думают, что есть бесконечная любовь, здесь бесконечное счастье, если я найду такого человека. Это неправильное мышление. Здесь нет такого. Он создан для экзамена. Но счастье в семейной жизни возможно, если к нему не привязываться. Если ты просто выполняешь свой долг перед женой, наступит момент, и она принесет тебе счастье неожиданно. Друг, как в сказке скрипнул по двери, все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с тобой ради этой встречи с тобой. Долго-долго плыл за моря, знаю, это было не зря. Это неожиданно приходит в нашу жизнь, это факт. Я с вами хочу согласиться в этом вопросе, где вот женщина. Вот, да. Соглашусь, да. Но не думайте, что это будет всегда. Не надо к этому привязываться. Приходит время, люди страдают. Неизбежно в этом мире. Но счастье, которое сразу, немедленно возникает в сердце человека, оно истинное, настоящее, вечное и соответствует слову «счастье». Что значит «счастье»? Сейчас означает... Сейчас означает сейчас. Те означает жизнь. Жизнь сейчас. Счастье означает жизнь сейчас. Жить сейчас возможно только в духовной сфере. Больше нигде жизни сейчас нет. Вот если человек хочет получить счастье от учебы, ему надо его, чтобы получить, он должен выучиться. Это счастье не сейчас. Если он хочет получать счастье от семейной жизни, счастье не сейчас, а потом. Надо ждать. Но когда человек просто начинает служить другим, заботиться о других, перестает ждать счастья, начинает действовать для других. Молиться святому человеку, служить ему, выполнять его наставления, действовать для других. В этот момент он получает счастье сейчас, но он не может это оценить. Когда человек оценивает, что он получил, он выходит из этого состояния. Человек может быть счастлив бесконечно, и счастье будет только возрастать и возрастать, если он забыл о себе и думает только о других, заботится только о других и ничего не желает взамен. Если вы попробуете так действовать, вы узнаете, что вы не можете так жить. Для того, чтобы так жить, нужно это делать для того, кто так живет. Если вы так будете жить для святого человека, для его удовлетворения это делать, тогда вы сможете это легко делать. Потому что такая сила, духовная энергия жизни, переходит от одного к другому. Она не возникает никогда просто с неба. Вот мы, допустим, пожертвование кому-то дали, бескорыстно пошли, потом, оп, зачем я столько денег дал? Оно само вылазит изнутри, никто не звал. Понимаете, о чем я говорю? Как бороться? Ну, уже вылезло, что делать теперь? Уже не бескорыстно, уже никак не попадешься. А если ты сделал для святого человека, то это не вылезет. Потому что ты же не сам это сделал для него. И если вылезет, скажет, зачем я столько денег дал? Как зачем? Я же хотел это сделать для святого человека. Есть объяснение. А в Омске есть святые? Конечно, везде есть. Искать? А их невозможно найти. Потому что святые люди очень скромные, они не нуждаются ни в чем, они не рисуются никогда, они постоянно заняты духовной практикой, внутренней жизнью. Как вы их найдете? А? Как? Да, они думают о людях, заботятся о тех, кто связан с ними верой. У меня был такой случай, я когда интересовался православием, был в Сергии Посаде и увидел одного человека, заботящегося о всех. Он такой старенький, сидел, к нему люди вереницей подходили, и он давал им совет. Я тоже встал в очередь,
Но потом я не подошел. Знаете, в чем причина? А в том, что я не обладал верой. Я видел, у нее только глаза чистые, как у ребенка, добрые, светлые, и очень строгие. Когда я увидел, что они строгие, я понял, что он мне скажет то, во что я должен поверить. А если я не хочу ему верить, тогда нечего в очереди стоять. То есть он со мной поговорил раньше, чем я с ним начал общаться. И тогда я понял, что святые люди общаются только с теми, кто готов жить по-другому. А если не готов, тогда он не будет общаться просто. И не покажет себя. Понимаете, о чем я говорю? Если даешь святому, и все равно паскудство твое вылазит, как с этим бороться? Ну, как бороться, я не знаю. Это нормально. Надо просто молиться дальше, отношения. Понимаете, со святостью отношения строятся сначала на расстоянии. Ставите фотографию, начинаете молиться. Постепенно вы увидите, что постепенно ваши отношения становятся глубже, глубже. Между людьми всегда отношения строятся только на расстоянии. Не думайте, что даже с женой вы сможете отношения через беседу построить. Это просто обман. Как с женой построить отношения? Молитесь святому человеку, вспоминайте жену и для нее также молитесь. И постепенно вы самое лучшее в ней узнаете, вспомните. И уже вспомните, что вы это видели в ней самое лучшее, когда вы с ней только встретились первый раз. Самое чистое и светлое вы уже в ней знаете, но забыли. И когда вы будете думать о ней как о чистом светлом человеке, тогда вы с ней будете возвышенные отношения строить, со своей женой прямо. И она будет очень счастлива рядом с вами. Все. Очень просто. Надо это постоянно восстанавливать, вспоминать. Итак, сфера жизни, в которой все возрастающее счастье, к которому мы так стремимся, в нее надо просто включиться. А для этого нужно открыть ключик. Это святое место, священное писание, изображение святого человека, изображение Бога. Это ключики вхождения в бескорыстную силу, вот эту, где бесконечное счастье. Сколько хотите счастья. Чем больше туда погружаюсь, тем больше счастья. Но чтобы счастье возрастало, надо это постоянно обсуждать с кем-то. Надо на эту тему общаться. И поэтому мы встречаемся. Каждый раз я приезжаю, люди приходят, потому что есть о чем поговорить. Это бесконечная тема. Она все глубже и глубже проникает в сердце, хотя вроде бы говоришь одно и то же. Я тоже общаюсь со своими друзьями на эту тему постоянно. И со старшими также. Так же, как вы со мной. Точно так же. Все то же самое. Но там я не сижу так высоко. Итак, если хочешь убедиться в том, что это правда, то приложи к освобождению себя от своих пустых занятий и желаний хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на то, чтобы это все было. И ты сам скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше счастья, чем получал от того, что ты добивался всего этого внешнего. Покинь общество людей, которые сильно хотят этого счастья. Перестань угождать людям, занятым этими вещами, и воображать, что именно от них ты получишь что-то нужное себе. Ищи наоборот. В своем окружении людей праведных и разумных. И уверяю тебя, не с пустыми руками уйдешь ты от таких людей, если только придешь к ним с чистым сердцем и добрыми мыслями. И вот так вот. Я когда в Киев первый раз приехал лекции читать, сейчас там очень удивительная атмосфера, но тот первый день я не забуду. Там сидело примерно 50 человек, это было лет, наверное, 15 назад. И они все-то вот так вот сидели, вот так вот. Смотрели на меня очень настороженно. Добрыми мыслями. Если ты не веришь мне на слово, то хотя бы на время попробуй сблизиться с такими людьми. Постарайся сделать хоть несколько шагов на пути к отношениях с ним, и это даст тебе истинную свободу. А тогда уже сам решай, куда тебя больше тянет. К этой свободе и счастью, или к тому рабству, в котором ты постоянно живешь. В таком опыте ведь нет ничего постыдного.
Испытай себя. Испытай себя. Попробуй отношения со святостью. Эпиктет. Видите, он говорит, ты, это он дает наставление своим ученикам. Не нам, а своим ученикам, близким своим людям. Эти наставления были записаны все, и теперь Лев Толстой их опубликовал, и мы теперь их читаем. Это у нас была тема, незаконченная вчера, ответственность, цель и важность человеческой жизни. Теперь мы изучаем следующую тему «Вера». Лао Цзы. Тот, чья вера слаба, не может других возбудить веру. Вера передается от одного человека к другому. Невозможно самому во что-то поверить, потому что вера означает опыт. Вера — это не слепость. Как некоторые говорят, люди верят, потому что им надо куда-то свою слепость девать. Вера — это опиум для народа. Вера — это опыт человека. Это не слепость. Это то, что дает ему защиту в жизни. Вот во что человек верит. Это легко определить, когда у него беда. Когда человека беда, он бежит туда, во что он верит. Потому что там защита, в этом месте. Если вы бежите к кошечке, значит, вы верите в кошечку. Если вы бежите к жене, значит, жену. Если к ребенку, значит, в ребенка. Если к Богу, значит, Бога. Бхагавад-гите в очень возвышенном писании ведическом говорится, во что бы ни верил человек, такой природы он немедленно достигает, оставляя свое тело. Если он верит в животных, значит, он становится животным. Если он верит в детей, значит, он похожим на своего ребенка, становится в следующей жизни. Верит в мужа, значит, таким, как он. Если он верит в Бога или в святого человека, значит, становится святым. Если он верит в Бога, достигает божественной природы. То есть он освобождается из материального тела уже. Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек, сам себя выставляющий, не может светить. Кто доволен сам собою, тот не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается на самого себя. Лао Цзы. Смотрите, интересная вещь. Что такое разум? Удивительная вещь — разум. Разумный человек обладает силой действовать в этом мире. Вот я летел в самолете компании «Аэрофлот», открыл журнал компании «Аэрофлот» и увидел лицо возглавляющего компанию «Аэрофлот». Что я увидел? Лицо разумного человека. У него очень спокойный взгляд, у него очень мягкие манеры, на лице видно, что он очень мягкие манеры, у него он очень строгий одновременно, этот человек. Видно, что у него хорошая память, у него внимательный очень взгляд, значит, хорошая память. По этому лицу также видно, что этот человек имеет силу, у него статус такой, он статусный. Статусные люди, они видны сразу, у них какая-то сила. Знаете, они как изваяния такие, как изваяние такое выглядит. Я думаю, вот это человек, имеющий сильный разум. Он способен держать такую крупную компанию, развивать ее. И в ней все правильно, отлажено, работает хорошо. Вы обрадовались тому, что у него сильный разум? Блин. Некоторые обрадовались, некоторые потом... Так. Надо посмотреть, что там за фотография. Это называется зависть. Когда человек сталкивается с силой, то у него две реакции бывают всего. Когда человек сталкивается с чужим разумом, бывают всего две реакции. Первая реакция – почтение. Означает, человек перенимает эту силу разума. Вторая реакция – злоба. Означает, что эта сила разрушит остатки его разума. Или человек сопротивляется разуму других, или принимает. Одно из двух. Или разум твой сталкивается с человеком, или принимает человека. Одно из двух. Но видите, есть разум, который используется в материальных целях.
Это хорошо, это нормально. Люди, которые используют разум в материальных целях, они легко могут зарабатывать большие деньги без сильного напряжения, если есть разум. Но вот в материальной деятельности разум не копится, он там тратится. Знаете, по какой причине? Сейчас я вам расскажу. Разум тает, когда человек получает деньги, славу и еще что? И положение в обществе. Три вещи. Когда человек получает, его разум слабеет. По той причине, что все эти вещи увеличивают в разуме эгоизм. Если у меня много денег, что происходит сразу? Я сразу вижу, что у других меньше. Это означает, я стал гордым. Если у меня много славы, значит, я что делаю? Пренебрегаю людьми уже другими. Означает, я стал гордым. Если у меня много власти, то же самое. Я здесь главный, а вы подчиненный. Понимаете? Все это означает тупость. Потому что когда человек начинает себя считать лучше других, он теряет все в своей жизни. Это называется гордость. Видите, здесь об этом Лао Цзи говорит. Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек, сам себя выставляющий, не может светить. Тот, кто доволен сам собой, не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается на себя. Что значит не полагаться на себя? Вы мне говорите, Олег Геннадьевич, у вас замечательные лекции. Если я в это поверил, я деградировал. Все. Потому что лекции, которые я читаю, они возможны только потому, что есть личность, которая дает мне силы их читать. Все, это мой наставник. Все остальное, это просто, для меня это просто безумие. Потому что если я поверю, что я могу хорошо читать лекции, на этом все хорошие лекции закончатся. Потому что такие лекции станут подобны отбросам, вонючим. Потому что когда человек гордится собой и читает лекции, до свидания, хорошие лекции. До свидания. Понимаете, как опасно? Есть такая молитва ведическая, древняя молитва. Она очень удивительная. Там святой человек молится. Говорит, о мой всемогущий Господь, мне не нужно богатство, я не хочу копить богатство. Мне не нужны последователи и те, кто любит меня за мою красоту. Я хочу только из жизни, абсолютно бескорыстно, с любовью служить Тебе. Пожалуйста, сделай меня атомом у Твоих стоп. Такая молитва. Мне ничего не надо в этом мире. Когда человек читает такую молитву в своем сердце, он становится очень разумным, потому что настоящий разум, сильно действующий. Что такое разум? Действующая сила в этом мире. Он всегда дает человеку необыкновенные способности в этом мире. Вот посмотрите, кто такой Суворов. Он всегда останется героем. Почему? Потому что этот человек был необычайной скромности. Он был огромного влияния человека. Он мог вдохновить на любое сражение свою армию. На любое сражение. За ним шли солдаты куда угодно. Понимаете, куда они пошли, в горы, которым было сотни километров гор. И они пошли в эти горы на конях, на всем. Просто пошли туда, вперед. Без всяких прав, без дорог, без всего. Просто горы, и все. Пошли вперед. Не все пришли, но они победили. 50-тысячная армия Суворова победила 500-тысячную армию противника. Это небывалый результат. Никто не ожидал такого вообще. Невозможно. Точно так же Александр Македонский, 40 тысяч армии против 300-тысячной армии Дария, царя Дария. Шансов не было у царя Дария победить эту 40-тысячную армию. Потому что самая главная сила в сражении – это боевой дух солдат, вера, вера. Так, смотрите, интересная вещь. Когда человек чуть-чуть гордится собой, ему верить нет? Нет. А гордость от чего возникает? От того, что человек принимает себе то, что он получил. Она подсознательная вещь, это гордость.
То есть мне деньги пришли, меня раз гордость вошла. Гордость вошла, что вместе с ними вошло, вместе с гордостью, что вошло? Неудача в моей жизни вошла, неудача. Потому что гордость разрушает отношения. Вот представьте себе, допустим, я очень богатый человек. С кем я буду строить отношения любви? С женой? Вот я очень богатый человек. Если я выгляжу богатым, как она будет ко мне относиться? Просто как к кошельку. С кошельком можно любовь строить или нет? Чистые возвышенные отношения с кошельком можно строить? Нет. Дети как ко мне будут относиться? Они будут думать, папочка, скорее бы ты дал нам наследство свое. Знаете, когда наследство приходит, дети? Скорее бы ты сдох. Это я вам говорю то, что богатый человек мне рассказывал про свою жизнь. Разумный один человек. Мне рассказывал, как он живет. Он говорит, Олег Геннадьевич, проблема ведь, знаете, не в том, что нет возможности в жизни. Не с кем поговорить. Говорит, нет людей, с которыми можно искренние отношения строить. Все тебя уважают, почитают, слизывают пыль с тебя. Но поговорить по душам не с кем. Потому что все настроены корыстно рядом с тобой. И причина заключается только в одном, что ты сам себя считаешь богатым. Потому что если бы ты отказался от этой идеи, друзья бы появились немедленно. Не вот в этом окружении, в котором ты находишься, а другие люди, которым наплевать на твои деньги. Они смотрят тебе в сердце. И единственное условие с ними общаться, это смирение. Да? Как познать веру в себя и гордыню? Очень просто познать. Если у вас есть старший, у вас нет проблем это узнать. Он вам скажет, вера в себя или гордыня. Я уже рассказывал этот случай, много раз еще раз расскажу. Я разок приехал в Индию к своему наставнику, духовному учителю, и он меня спросил, как у тебя жизнь? Он не спрашивал меня про мои успехи, просто спросил, как у тебя жизнь? Я говорю, у меня все хорошо, на лекции приходит много людей, им нравятся мои лекции. Ему сказал. Я говорил это просто как близкому человеку. Без всякой какой-то мысли похвастаться, у меня не было такой идеи. Но он там несколько учеников было, он перестал со мной дальше разговаривать и начал говорить с остальными. Хотя они были младше меня духовно. Я посидел, и мне стало очень неловко, неудобно. Я покланялся и пошел. Потом начал молиться и понял, что я просто гордый человек. Очень, очень гордый человек. Я сейчас тоже очень гордый человек, но тогда я это понял, сейчас не понимаю. И я подошел тогда к учителю, покланялся к нему на следующий день, сказал, пожалуйста, благословите меня, чтобы я был смиренным слугой вашим. Я очень гордый человек в сердце, я хочу вам служить. И он погладил меня по голове и сказал, все у тебя будет хорошо. Продолжай думать об этом, размышлять на эти темы. И у тебя все будет нормально. Человек сам не может себе найти гордость. Это можно только с помощью старших сделать. Теперь у меня к вам вопрос. У вас есть старшие в жизни? Все, значит, вы не гордый человек. Это ответ на ваш вопрос. А если у вас нет старших, значит, вы гордый. Потому что почему нет старших? По какой причине? Что я сам себе старше. Вот и все. Понимаете? Вот так вот. Потому что мы все склонны гордиться. Каждый человек склонен гордиться, но если есть старший, всегда есть контроль этому процессу. А если человек не имеет старшего, в этом контроля нет. И кто такой неудачник? Неудачник это тот, кто не имеет старших в жизни. Вот и все. А вы проходите, садитесь. Много мест свободно. Или вы не хотите просто садиться? Хотите? Нет? Кто хочет сесть, поднимите руку. Все стоять где-то. То можно вот рядом с кем-то сесть, пройти. Есть такая возможность. Много свободных мест. Больше влазит, Олег. Да, стоя больше влазит. Надо мне встать, значит. Тоже хочу, чтобы меня что-то влазит. Когда из горшка только выливается, он не становится полным от этого. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить,
ни во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела, и одежды? То есть не заботьтесь, для души вашей больше, чем вам есть и что пить, не для тела вашего. Это Евангелие. Душа ли не больше пищи и одежды, и тела? Надо больше о душе заботиться, больше всего в своей жизни. Но это трудно, потому что тело с помощью боли и насилия заставляет нас заботиться о себе. Нам постоянно шепчет в ухо сила невидимая. Тебе денег не хватает, пищи не хватает, о детях надо заботиться, они скоро заболеют и так далее. Эта сила нас отвлекает от главного и тащит, вытаскивает из нас все силы и весь разум. Но когда человек побеждает в себе это чувство и садится, и начинает молитву, тогда он побеждает всю свою судьбу, и все становятся удовлетворены вокруг. И дети, и дом, и квартира, и работа. Все получает свое в жизни. Не тужи о завтрашнем дне, ибо тебе неизвестно, что еще сегодня даже случится. Кто имеет хлеб в корзине и говорит, что я буду есть завтра, тот принадлежит маловерным людям. Создавший день создаст и питание для него. Талмуд. Где человек создает свой день? В своем сердце. Не беспокойся о завтра. Все будет нормально завтра, если сегодня ты соединишь себя со святостью. Эта святость, она откроет тебе дорогу к жизни. Потому что путь к жизни всегда прочищается только на тонком плане. Приведу вам пример. Вот, допустим, вы полюбили какого-то парня, а он на вас не смотрит. Что делать? Подойти к нему или не подходить? Что делать? Ну, что, он посмотрит на вас, что вы подошли? Мы же не об этом говорим. Молиться святому – это правильно. Но мы должны сейчас решить вопрос, что делать с парнем. Пусть идет скотина своей дорогой. Не получится, вы же влюбились, как вот он пойдет своей дорогой. Ничего не сделать. Вот смотрите, я сейчас вам объясню, что делать. Правильно, вот мужчина сказал, знает, что ответ любой на лекциях Олега Геннадьевича – молиться святому. Он сказал, правильно. Сейчас продолжим теперь это размышление. Продолжим это. Но сначала нужно войти в это состояние отношений со святостью. Помолиться святому человеку. Дальше следующий шаг какой. Дальше потом надо понять, что это за человек. Дальше эту молитву надо, с помощью этой молитвы святому, вот в это пространство святости, надо ввести этого человека. И тогда в этом пространстве он откроется. Потому что человек, в которого ты влюблен, это тайна. Ты не знаешь его. Ты выдумываешь, сочиняешь что-то о нем, потому что тебе очень сильно хочется быть с ним. Это заставляет сочинять. Но если ты начинаешь думать о святом человеке, так как сила святости сильнее любой мирской любви, там больше счастья внутри нее. И когда ты в сферу этой любви к святому вводишь своего желанного человека, в этот момент он раскрывается. То есть вы, ну вот это вот чары вот этой любви спадают, и в этот момент вы смотрите и видите. Много-много разных вариантов. Например, видите такой вариант, что очень скоро он на тебя обратит внимание. Продолжай улыбаться. Или в такой вариант вы увидите, что он вообще не готов к семейной жизни. Нечего на него смотреть, потому что он не способен ни семью содержать, ни на что. Хоть он тебе нравится, но он принесет тебе страдания. Или вы увидите такой вариант, что он просто не может полюбить такого человека, как вы. Просто не можете, все. Ему такие люди не нравятся. Видите, когда вы начинаете думать о святом человеке, вас отрезвляет, и вы узнаете правду. А дальше вы хотите, как хотите, так и действовать. Можете продолжать надеяться или забыть его. У вас на это на все есть силы уже. Вы можете сделать выбор свой дальше. О чем я говорю? О том, что не надо думать о завтра. А завтра думают те, кто не знают, что будет завтра. А знание о завтрашнем дне спрятано в духовной силе. Когда человек молится, со святостью себя связывает, то эта святость просвечивает его завтра. Просвечивается.
Понятна система? А можно вопрос? Да. А такие отношения можно, допустим, человек на работу устраивается, так же можно смотреть или нет? Конечно. Почему нет? Конечно. Вы только не думайте о работе в это время. Вы думайте о святости, молитесь святому человеку, кланяйтесь ему. И в этот момент вы войдете в такое состояние счастья. А так как, понимаете, счастье, работа с кем связана? С вашей жизнью связана или нет? Я просто хочу понять. Можно... Работа связана с вашей жизнью? Отвечайте. Да, связана. Связана. Слушайте теперь внимательно меня. Все слушатели. Сейчас очень важная вещь будет. Смотрите, вы молитесь со святым человеком, вообще отношения устраиваете. Первое, что происходит? Освобождаться в ваше внутреннее пространство сначала, называется антакарма. Но освобождается внутреннее пространство, и вам становится спокойно внутри, просто в сердце. Возникает чувство победы. В самом сердце, где-то глубоко. Первая стадия. Вторая стадия. Вы продолжаете отношения со святым человеком строить. Дальше, неожиданно, вам внутрь входит что-то, что вас пытается отвлечь. На самом деле это входит объем работы, потому что ваше пространство внутреннее не ограничивается только сердцем. Ваша работа и вся ваша жизнь также находится в этом внутреннем пространстве, просто это уже не та судьба, которая еще не воплотилась, а та, которая уже воплотилась. Это привязано к вашему сердцу извне. Поэтому продолжайте молиться святому человеку, в ваше сердце приходит работа. И неразумные люди отвлекаются на работу в это время и начинают о ней рассуждать. То есть они решают проблемы своими силами. А разумные люди не обращают внимания на работу, продолжают думать о святом человеке. У них есть больше чувства к этому святому человеку и веры в него, чем веры в работу и в свою жизнь. И в этот момент, когда работа попадает в сферу духовной силы, то эта часть вашей судьбы тоже попадает в свет знания. И вы в результате все узнаете о своей работе, которую вы хотели получить. Вы узнаете, или надо вам туда идти, или не надо. И это все очень спокойно приходит, без всяких проблем. Понятно, как это происходит? Да, спасибо. Был один сапожник такой, и он постоянно молился каждый день. Целыми днями молился и молился. Ему эти все тайны постепенно начали раскрывать. И разок он делал сапоги, и один пришел, один купец, такой богатый человек, пришел и сказал, он очень гордый такой, и сказал ему, сделай мне качественные сапоги. Тот сказал, хорошо, я с удовольствием сделаю сам качественные сапоги. И он взял его вот так вот за шкирку и сказал, ты мне сделай такие сапоги, которые бы я никогда не сносил в своей жизни. Этот человек в этот момент засмеялся сильно. Не потому, что ему злость какая-то, а просто он засмеялся и сказал, это несложно сделать для вас. И тот удивился очень, заплатил им большие деньги, пошел. Тогда все остальные сапожники подошли к нему и сказали, что произошло вообще? Почему ты сказал, что это несложно сделать для него? Он сказал, потому что этот человек завтра помрет. Мне даже сапоги не надо будет для него делать. И потом он ушел с этой работы. Потому что он уже понял, что в этом нет никакого смысла. Понимаете, да? Такие люди, они уходят в монастырь. Они видят в другом цель, смысл своей жизни. Их внутреннее пространство дает ему полную свободу. Им не надо уже чего-то здесь искать. Но мы не должны имитировать такую жизнь. Это невозможно. Это очень высокий уровень развития сознания. Создавший духовной силой свой день, создает и питание для него. Попытайтесь понять это в сфере работы. Если вы свои силы внутренний свой день создали, значит питание тоже вы создали уже, все. Это все уже решено. Вам не надо дальше сильно париться. Вам работать придется однозначно, но уже в сфере познанного. Вы будете работать там, где вы все знаете. Если девушка ваша, значит ваша по судьбе. Если нет, значит нет. Вы уже все это будете знать. Работа ваша, значит ваша. Потому что там уже не надо душевной силы прилагать. Душевной силы надо прилагать к святости, все остальное становится известно в жизни человека.
Поэтому он не беспокоится. Какая сила в человеке действует, которая действует всегда по воле Бога? Во всем ему покорен. Восклицательный знак. Какая сила в человеке действует, который всегда живет по воле Бога и во всем ему покорен? Восклицательный знак. Какая сила в человеке действует? Божественная сила, огромная сила действует в человеке. Не сила таракана. И даже не сила директора завода. А божественная сила действует в человеке, который всегда живет по воле Бога и во всем ему покорен. Представляете, какая это сила? Это сила, которая управляет всей этой вселенной. Планеты крутятся под влиянием этой силы. Солнце светит в результате этой силы. Это огромная сила. Мы не можем себе даже представить, какая это сила. Сущность любви к Богу состоит в стремлении души и влечении к Нему, чтобы слиться с Его высшим светом. Талмуд. Что такое любовь к Богу? Любовь к Богу — это влечение к Нему, стремление, чтобы быть с Ним. Понимаете, вот такая эта вещь. Это самое высшее счастье, которое человек только может испытать в этом мире. Говорится в Ведах, счастье секса даже на 1 миллиардную не тянет по отношению к счастью, любви к Богу. Люди, которые получают эту любовь, они испытывают такое состояние, что им не дышать, не жить не хочется в этот момент. Это называется состояние транса или самадхи, погружение в духовное счастье. Человек в это время обладает огромным могуществом внутренним, он полностью победил свою судьбу, и в это время у него нет никаких интересов в этом мире. Полностью свободен от всех проблем. Такой человек находится на высшей ступени развития внутреннего, и он становится полезен для всех, даже если он вообще ничего не делает. Есть 4 стадии отречения от мира. И на 4-й стадии отречения, самой последней, когда человек достигает такой внутренней силы духовной, что он становится полезен для всех просто потому, что он живет на этой земле. Жизнь на этой земле этого человека становится удачей для всех. Такому человеку достаточно пойти в лес и сидеть в одиночестве. Он не будет нуждаться ни в чем. Приводится в Ведах пример. Может быть, мы выключим пим-пим? Или не надо? Выключайте свои пим-пим, все телефоны мобильные, потому что у нас интимная атмосфера, ее нельзя никак нарушать. Сейчас мы важные вещи решаем. Телефон — это связь с внешним миром, а нам нужна только связь сердец сейчас друг с другом, это важно. Итак, смотрите, интересно знать, что такой человек, он идет в лес, садится в лесу и начинает просто свои отношения с Богом, молитву. Когда у него возникает голод, что происходит дальше? Так как он распространяет атмосферу необыкновенного счастья вокруг себя, смотрите, описывается в священных писаниях, что происходит вокруг него. Волки перестают в этой территории, перестают нападать на свою жертву. Они уходят для того, чтобы покушать, они уходят с этой местности и там это делают. В этой местности абсолютный мир и покой создается, атмосфера абсолютной гармонии. Чистоты и гармонии. И когда эта атмосфера чуть-чуть нарушается, то тогда все люди, которые там находятся в сфере, это может быть десятки километров, они начинают испытывать потребность, которая влечет их в этот лес. И почему-то им хочется взять с собой пищу какую-то. И они идут в этот лес, в это место, случайно находят его и дают ему покушать, этому человеку. Это описано в Священном Писании. Ему даже не надо ни о чем беспокоиться, потому что то счастье, которое он дарит окружающим людям, оно, его достаточно, чтобы регулировались все его потребности. Просто наитием людей. Понимаете, как это происходит? Вот, допустим, мой духовный учитель, он не нуждается в деньгах. У него есть 2 комплекта одежды всего.
У нее есть компьютер, потому что сейчас всем нужен компьютер, да, возвышенным людям. У нее есть компьютер, два комплекта одежды, чемоданчик, очень мало лишних вещей и никакого домика своего, ничего. Просто он ездит по всему миру. Его поездки планируются на год, и билеты покупаются также заранее. Как вы думаете, сколько нужно денег, чтобы, ну, сделать, допустим, 40-50 международных рейсов? Много. Ну, не будем называть сумму. Много, да? Много денег. Но он не работает нигде. И он так ездит уже 20 с лишним лет. Он никогда не испытывал трудности в том, чтобы планировать свои поездки. Как вы думаете, откуда он берет деньги? Давайте варианты разные. Откуда? Да, не то, что духовная организация им платит эти деньги. Нет. Нет необходимости. Эти деньги приходят само собой, без его просьб. Он никогда не просит денег. Само собой от любящих его сердец. Столько, сколько надо на все поездки. Теперь у меня к вам вопрос в зал. Как вы думаете, почему к вам не приходят деньги само собой? Ну, кому-то приходит, это факт. Но большинству нет. Большинству людей приходится работать. Вы не ответили на мой вопрос. Да, вот ответ, кто сказал, поднимите руку. Да, причина только одна. Чем больше человек заботится о других, тем меньше ему надо заботиться о себе. Если человек очень сильно заботится о других, тогда другие люди очень сильно заботятся о нем. И такой человек достигает высшей ступени отречения в жизни. Не думайте, что способность заботиться о других – это дешевая штука. И не думайте, что она легко достижима. Человек, который реально способен заботиться о других, ему не нужно думать о своей жизни совсем. Попытайтесь это понять. Это так. Если человек знает эту формулу, тогда он все свои силы прилагает к тому, чтобы отвлечься от себя и своих проблем. И как можно больше думать и думать и думать о других. И когда у него это получается, то его жизнь меняется именно в эту сторону. Ему все меньше и меньше нужно думать о своих проблемах. И даже если человек при этом живет семейной жизнью, то он достигает такой силы внутренней, думать о других, достигает также и высшей ступени отречения. Ему не обязательно бросать семью. Отречение означает перестать думать о себе. Все. Ему не надо ни о чем беспокоиться. Потому что все решается в его жизни любовью других. Или человеку надо пробивать судьбу своими силами, или любовь сама дарит ему все, одно из двух. Итак, мы с вами говорили о вере. Какие-то вопросы есть по вере? Вера – самая сложная вещь в нашей жизни. Вера – это опыт, практический опыт, который достигается только с помощью внутренней жизни. Человек думает, у меня есть вера в Бога, я верю в Бога. А сколько ты молишься в день? Минут 15. Хорошо. Если ты веришь в Бога и молишься в 15 минут в день ему, то значит ты сам себя обделяешь, получается? Ну, смотрите, когда человек во что-то верит, то он постоянно об этом думает. Все-таки Соколова день рождения, и сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. Розовые розы, Светки Соколовой. Видите, столько лет прошло, и он несет подарок розовый букет. Все время думал. Это означает любовь. Вера связана с любовью всегда. Когда человек во что-то верит, он не может не заниматься этим. Когда человек верит в Бога, он постоянно думает об этом. Он с этим связан всю жизнь, постоянно об этом думает. И огромное могущество, огромную силу. Во что человек верит, оттуда получает силы. Веришь в директора завода, оттуда получишь силы. Он тебя уполномочит. Веришь в собачку, значит, собачка будет с тобой дружить. Даст тебе силы, сколько может. Вот. Веришь в мужа, значит, муж тебе объяснит потом, в кого надо верить. Он станет Богом и скажет, ты недостойна меня.
Если веришь в Бога, то будет все хорошо. Потому что Бог никогда не предаст. С верой есть какие-то трудности или нет? Да? Ваш вопрос. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а молитва обязательно должна быть адресной? Или это может быть вот как Всевышний? Или это отличный? А Всевышний это кто? Всевышний, ну это обращение к нему. Не, а кто такой Всевышний? Кто такой Всевышний? Ну он всемогущий, он проникает. Ну он. Слово «он» означает, что это кто-то. Да, он проникает все, он проникает всего, он управляет всем. Ну он кто-то или никто вообще? Он кто-то. Он кто, а кто? А кто? Ну Бог. О. Значит, вы к кому-то обращаетесь? Ну да, кому-то. Все. А в чем ваш вопрос тогда? Ну, в принципе, его нет. А, тут в этом проблема. Значит, вы не верите в Бога. Проблема в том, что вы верите во что-то. Во что-то. Которое вам что-то дает. Сейчас объясню. Все нормально. У вас все хорошо. Потому что есть три стадии отношений с Богом. Это сравнивается с отношением с Солнцем. Послушайте меня внимательно. Очень важно. Вы сидите, допустим, у себя в комнате. И солнце начало светить. Но вы, допустим, никогда не видели солнце. Вы видите солнечный свет. И он приносит вам счастье. Во что вы верите? Солнечный свет? Вы верите в счастье, в эту энергию счастья. Я желаю счастья. Вы верите в энергию счастья. Вы не знаете, что есть источник света. Не знаете еще. Но вы очень убеждены, что свет это счастье. Вы видите, что когда свет приходит, что все расцветает, растения растут, расцветают под влиянием солнца, все распускается, солнце дает всему радость, птицы поют, люди радуются летом и так далее. Чем больше солнца, тем больше радости. То есть вы видите, солнце дает радость, но вы не видели солнца еще. Вы просто знаете, что есть свет. Да, я как в потьмах хожу, я знаю, что это вот оно рядом, прям вот где-то. Да, это нормально. Это стадия развития человека. Есть вера. У вас есть вера. Вы честный человек, искренний человек, знаете, что есть счастье, оно идет от Всевышнего. Но вы не знаете, это личность или нет. До конца вы не знаете. Вы можете догадываться, но до конца не знаете. Поэтому обращайтесь к этой энергии счастья. Ну а это правильно, да? Правильно. Это то, что вы можете почувствовать. Это правильно. Теперь есть люди, которые чувствуют больше. Они видят форму. Они смотрят на солнце и видят форму. Они видят диск солнечный. И они знают, что свет излучает этот диск. И так как они не знают, эта личность излучает свет или нет, поэтому они по-разному относятся к этому солнцу. Допустим, к солнечному свету мы как относимся? Просто, что он нас радует. Но больше никаких отношений у нас с ним нет, потому что это не личность. Как с ним отношения построить? Ну, он нас радует, и все. Солнечному диску тоже мы благодарны, что свет светит на нас. Мы благодарны. И поэтому мы приходим на пляж, вот, открываем одно место и получаем отношения с солнцем. С помощью одного места мы получаем отношения. Ну, представьте, вот самому любимому возвышенному человеку, святому, вы приходите, и как, так как от него исходит сияние такое чистое, светлое, вы ему подставляете одно место, чтобы тоже туда попало? Нормально, нет? А потом вот эти вот раковые заболевания кожи все, они, кстати, на этих местах возникают. Вы знаете об этом, нет? Так ведь? Они на нежных, интимных местах возникают, которые человек не должен открывать солнцу, потому что это оскорбление. Мои хорошие. Так вот, знаете, веды говорят, что есть такая личность. В этом мире все имеет связь с личностями. Например, я когда в Красноярск ехал читать лекции, то по дороге из аэропорта я начал молитву читать и начал думать о тех людях, которые будут слушать мои лекции. Я ехал первый раз в прошлом году. Я начал молиться, чтобы я не зря им говорил, чтобы они меня поняли, чтобы я их понял. То есть я искренне молился. И в этот момент я увидел в небе женщину
величественную такую женщину, могущественную. И я понял, потому что на том уровне, на котором я увидел, там не нужны слова. Я понял, что она является личностью, которая дает силу всему этому городу. И она была очень счастлива. У нее из глаз лились слезы, и она радовалась мне, что я туда еду. И я ей сразу мысленно сделал свой поклон. Вот так вот. Поклонился. Спасибо тебе за то, что ты меня принимаешь. Я так получил такой опыт. Знаете, что также есть Мать-Земля. Это планета, и она управляется живым существом. Поэтому мы, когда по Земле ходим, мы контактируем с ней. Говорим, Земля моя радость. И так далее. Мы чувствуем этот контакт. Это контакт с землей мы чувствуем. Когда люди приезжают на Байкал, они чувствуют могущество этого места. Они чувствуют силу, чистоту и так далее. Это означает, что связано с какой-то очень возвышенной личностью это все. В этом мире все связано с личностями. Но мы этого не знаем, так как мы живем в невежестве полном. Мы знаем, что есть интернет, что есть передачи какие-то пошлые по телевизору. Но мы не знаем, как этот мир устроен. Большинство людей считает, что разумное существование есть только на Земле. Они ничего не знают вообще о том, что здесь происходит в этом мире. Но если человек внимательно следит за этой жизнью, он знает больше. Например, я медитировал на Солнце и понял, что Солнце связано с личностью. И потом я узнал в Ведах, что эта личность называется Сурья Нараяна. Это так же, как у нас есть сверхдуша, представительство Бога. Также представительство Бога также дает энергию Солнца. То есть Солнце, ученые говорят, что Солнце когда-нибудь погаснет. Оно никогда не погаснет. Потому что из него исходит сила нескончаемая. Она дает энергию жизни всему живому на Земле. Итак, смотрите, три отношения к Солнцу. Первое отношение – солнечный свет меня радует. Второе отношение – солнечный диск. Люди просто попу подставляют под Солнце и радуются, что получает загар на попу. И третье отношение – это чувство, что там есть божественное что-то. И многие люди поклоняются Солнцу. Через Солнце строят отношения с Богом. Это возможно тоже. С разные способы, пути построить отношения с Богом. Через святого человека, через священное писание, можно также через Солнце. Потому что Солнце связано с божественной силой. Через нее приходит человек к Богу. Таким образом. Три стадии. Первая стадия – свет. Вторая – форма. Третья – личность. Есть три типа людей, которые верят в Бога. Одни верят в счастье. Они верят только, что Господь, может быть, Он не личность, но Он счастье. И они верят в счастье. И поэтому они говорят, счастья вам всем. Мы желаем счастья вам. Я желаю вам в новом году счастья, успеха, удачи. Это энергия Бога все. Человек верит в энергию Бога. Он верит, вот это его вера. Он в это верит. Слушайте дальше, я не договорил. Следующая стадия. Человек верит в то, что Бог связан с верой. Слушайте меня внимательно. Такой человек не понимает еще, что Бог – личность. Но он понимает, что есть иконы, которым надо поклоняться. Он видит форму божественную. Он чувствует, церковь – это там, где есть Бог. Он идет, видит форму, в церковь увидел, раз – поклонился. Это более высокий уровень веры. Человек еще не знает личность. Он только чувствует, что есть форма, есть место, откуда исходит все. Он идет туда, в это место. Но есть также люди, которые знакомы с Богом. Попытайтесь это понять. Знакомы. Они получили личные отношения. Сергий Радонежский, к нему Богородица приходила 12 раз, по-моему. И вот это называют максимальное проявление веры. Теперь смотрите, некоторые люди знают, что Бог – это личность. Они это прочитали в священных писаниях. Значит ли это, что они уже достигли такой степени веры, что уже Бога воспринимают как личность? Конечно, нет. Вот то, что вы сказали, я верю, что Бог – это счастье. Это правда. Но вам надо знать, что Бог – это личность. Попытайтесь это понять. Так же, как солнечный свет – идет откуда-то. Все имеет свой источник. А я даже вот все религии, я понимаю, в разных храмах был, но не могу определиться. Вот только вот это, что-то невидимое меня зовет, а не конкретная личность. Вот, да, это нормально. Страдаю, это нормально. Мало страдаете просто.
Потому что когда будет сильно страдать, тогда придет и к вам любовь. Придет и к вам любовь. Придет она всерьез. Надо пострадать посильнее. Просто когда человек сильно хочет с Богом установить отношения, Бог ему показывает ту веру, в которой он должен быть. Потому что все веры, они одинаково важны. Каждый из них представляет разные отношения с Богом. Когда человек какие-то отношения с Богом искренне строит, он также хочет узнать, поинтересоваться, как люди в другой вере строят отношения с Богом. У него не такие отношения, но ему интересно. Как, точно так же, когда человек любит, у него есть любимая девушка. Ему также интересно, как другой парень любит свою девушку. Потому что у него своя любовь, того своя, но ему интересно. Я разок смотрел фильм «Джатхая Акбар». Хороший фильм, такой духовный, возвышенный. Там описывается, как человек, который имеет очень глубокие взгляды на жизнь, способен полюбить женщину, даже будучи царем, великим царем, полюбить женщину другой верой и предоставить ей все возможности поклоняться Богу, как она хочет. Это удивительный фильм. Надо посмотреть, как человек, как веры пересекаются друг с другом. Этот человек мусульманин, то есть Акбар — это великий правитель. Вот. И он обладает такой силой внутренней, что он способен любить другие веры. И поэтому он покорил всю Индию. Итак, смотрите, этот человек Акбар, он любил поклоняться Богу. Интересно, как вот этот вид мусульман, они поклоняются Богу в танце. Они кружатся вот так вот, танцуют, поклоняются Богу. И когда этот танец увидел, видно, искренне верующие танцевали. Когда этот танец увидел, я вот так застыл, вот так смотрю. Но это не моя вера. Я застыл, я смотрю, чувствую, там есть Господь. Когда я увидел этот танец, они такие все вот настроены, так очень глубоко. Аж пот выступил у них, вот такой, так они танцевали. Я такой, почувствовал Господа в этом танце. Но это не моя вера. Так, а вот там и вопрос, что везде чувствуется, куда не пойдешь, мусульманами хорошо. Но лишь одна меня тревожит. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Джаткай Акбар. Это называется вера. Вера — это милость. Вот почему я не могу найти свою? Потому что у вас нет близких отношений. Попытайтесь понять, что вот почему эти разные веры бывают только по одной причине. Что каждый человек свои интимные, сокровенные отношения строит с Богом. И когда люди объединяются в одном вкусе отношений с Богом, создается вера. Пытайтесь это понять. Что каждому нравится по-своему отношения с Богом строить, и поэтому так много вер, что много разных отношений с Богом. Например, у папы есть дочка, есть сын. И сын подбегает к папе так, ему в ногу. И дочка подходит к папе и говорит, ты неправильно папу любишь, и гладит его по ноге. И тот отвлекает ее, говорит, я правильно. И папа тоже с ним раз начинает бороться. И дочка говорит, папа, он же тебя бил. Почему ты тогда его так любишь? А я тебя не бью, я тебя ласкаю. Он говорит, я тебя тоже люблю, его люблю. И очень трудно разным верам людям друг друга понять. Практически невозможно. Даже не пытайтесь это сделать. Просто уважайте чужую любовь к Богу. Уважайте. И это называется... Надо выключить. Вот. И это называется вера в Бога. Понимаете? Самый ненужный момент вам будут звонить. Знаете почему? Потому что все хотят получить счастье. Вот когда вы кушаете, сейчас вам объясню. Когда вы кушаете, занимаетесь сексом и ложитесь спать, надо выключать мобильный телефон. Потому что они будут звонить в этот момент. Потому что на тонком плане мы связаны с людьми, со всеми. И когда вам становится хорошо, все самые близкие сразу звонят. Они знают зачем, но надо сейчас позвонить. Что они тоже хотят получить это хорошо. Выключайте мобильный телефон. Иначе в самый нужный момент кто-то будет звонить. Нам будут мешать лекцию читать.
По вере есть какие-то... О, добрый вечер, Олег Геннадьевич. Подскажите, молиться иконам святых, не говорю, какой веры, не люблю какую-то веру акцентировать, а покинувших тело, это имеет смысл? Или молиться нужно на изображение живых святых людей? Пытайтесь понять одну вещь. Смотрите, сейчас я вам расскажу. В этом мире нет живых и мертвых. Вот попытайтесь это понять. Это можно понять только если ты имеешь отношения. Какие отношения? Внутри своего сердца. Сейчас я вам буду говорить очень важные вещи. Попытайтесь их понять. Это очень важные вещи. Все сосредоточьтесь сейчас и слушайте. Если от вас ушел муж и жена в другой мир, и вы почувствовали, что его уже нет, значит, его рядом с вами никогда и не было. Вы относились просто к его телу, жили с его телом рядом и никогда его не знали. Потому что если вы на самом деле сердце от сердца к сердцу строили свои отношения, когда он оставляет тело, эта связь совсем не прерывается и не заканчивается ни на секунду. И человек, который чувствовал близкую вот эту сердечную связь со своим близким человеком, также ее чувствует, когда он оставил это тело. И поэтому он не скорбит. Он чувствует, что ничего не изменилось, все то же самое. Просто теперь мы уже не можем встречаться, потому что в этом мире люди могут встречаться друг с другом только ограниченное время. И это вызывает печаль. И все, больше ничего. Только это. Но если вы считаете, что этот человек ушел, его нет, ушел из жизни, это значит, у вас в сердце никогда не было с ним связи. Вы просто им пользовались. Потому что связь в сердце возникает с человеком только по одной причине, если мы ему служим. Служим, делаем все бескорыстно. И это начинается тогда, когда мы сидим рядом с изображением святого человека. Бескорыстие – это недоступная вещь в нашей жизни. Мы не можем сами бескорыстно жить. Мы всегда пользуемся другими. Но если человек думает о святом человеке, в этот момент, если он вспомнит свою жену, то он почувствует ее другую природу, не ту, которая дает ему счастье, наслаждает его, а ту, которая есть на самом деле. Он почувствует ее как душу, как что-то чистое, светлое. Мы проявляем душевные качества. Но это не является для нас главным часто в человеке. Но когда мы со святым человеком контактируем, мы в близком человеке увидим чистое, светлое. И если мы привяжемся к этому чистому, светлому, в тот момент, когда мой близкий человек оставит тело, связь с чистым и светлым в нем не заканчивается, а остается. И в моем сердце покой по отношению к этому человеку. Слушайте, что пел Рабиндранат Тагор своей жене перед своей смертью. Вы знаете все эту песню. Вы не знали, кто ее пел, поэтому вы неправильно к ней относитесь. Он ей рассказывал. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сотмели, котмели, друг мой, прощай. Это не сон, это вся правда моя, это истина. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя, это любовь моя. Понятно? Люди, которые любят друг друга, не расстаются. Запомните это. Запомнили? Поэтому не спрашивайте меня, а когда человек умер, то значит, что он не жил для вас никогда. Вы с ним не были связаны в сердце. Потому что когда вы связаны в сердце, он никогда не умрет. Точно так же святой человек, если вы с ним связаны в своем сердце, он никогда не кажется неживым, как вы говорите.
У меня есть был один знакомый, сейчас вам расскажу. Я когда приезжал в святое место в Индии, у него интересная жизнь была. Он молился весь день, поклонялся Богу весь день, постился весь день, кушал только на ночь, не как в моих лекциях рекомендуется. И ночью не спал, а также совершал служение Богу. А когда он все свои обеты Богу выполнял, утром он уже засыпал. И рано утром он вставал. Он спал всего несколько часов в день. Когда человек этот оставил тело, знаете, как он оставил тело? Поклоне перед алтарем. Касаясь алтаря руками, так он оставил тело. Можете так тело оставить, нет? Мы когда тело оставляем, мы так подергаемся немного, обкакаемся и... А он оставил в поклоне перед алтарем свое тело. Когда человек этот уходил из этого мира, то я обычно, я тестирую, я беру тонкое тело, мысленно чувствую тонкое тело людей, раз его так начинаю тестировать, куда? Вниз потянуло, значит, на низшей планете, вверх, значит, на верхней. И я так раз его тонкое тело, думаю, ну, сейчас протестирую. И так, тонкое тело так, тонкое тело, настроился на него. Через 2 часа после ухода я узнал о его уходе и сразу начал на него медитировать, поставил фотографию, настроился так, тонкое тело так. Нет тонкого тела. И почувствовал блаженство, которое от него исходит. Блаженство, сила блаженства влетела мне в сердце так, в него так воткнулась. Это любовь моя. И потом вот эта светлая память потянулась за ним. Я чувствую, какой это удивительный человек, что я никогда с ним не расстанусь в своей жизни. Когда я приехал в Индию, один человек, который с ним был связан, он не без моей просьбы, без всякой, он подносит мне такой серебряный кувшинчик. И в этом кувшинчике в гипсе залиты цветы с его погребания. И также его личные одежды. Часть одежды это личная. Когда он мне это дал, я понял, что это ответ на мою любовь. Я поставил себе на алтарь, начал поклоняться этим вещам. Это моя связь с Богом. Нет умерших святых людей, запомните это. Есть умершее сердце, которым живет только атеизм. В нем нет никакой любви вообще. В нем есть наслаждение близкими, секс есть. Есть наслаждение детьми. Но любви там нет. Это называется умершее сердце, мертвое сердце. Там есть живая душа, но в мертвом сердце. Когда человек начинает со святостью контактировать, он открывает для себя и жену, и детей по-настоящему, и друзей, всех открывает заново потом, со временем, не сразу. Поэтому нет умерших святых и нет живых святых. Святые всегда святые. Они всегда останутся святыми. Поэтому поклоняйтесь любым, и живым можете поклоняться, и те, которые ушли из этого мира уже. Станислав говорит, что время кончилось мое. Время человека кончается. Это, я надеюсь, что мы с вами в основном на все вопросы ответили, хотя не все записки я прочитал. Простите меня. Так. У нас еще одна тема есть. Исправление своих ошибок на завтра. Доброта также. Кто-то сильно торопится, можно идти, а сейчас мы будем еще дальше, да, желать всем счастья, настраиваться. Важная часть нашей лекции, беседы. Всем надо сесть прямо. Надо настроиться на святость, на священное писание святого человека. Можно настраиваться на лик Бога, Богородицы, настраиваться на
какой-то храм возвышенный, который вы чувствуете силу, веру, святую землю. Может быть, это земля, принадлежащая останкам святого человека. Такое тоже дает. Это тоже связано с Богом. Мысленно кланяться надо святыне. Я хочу служить тебе, я хочу служить тебе, я хочу служить тебе. Мне надоело жить для себя, я устал. Я желаю всем счастья. Это само служение. Поклон – это просто наша вера. А служение означает, я желаю всем счастья, потому что святому человеку нужно, чтобы все были счастливы. Ему не нужно, чтобы я был счастлив. Потому что если я не буду о других думать, я никогда счастливой не буду в своей жизни. Мы мысленно кланяемся святому для того, чтобы получить миссию от него. Единственная миссия у святости – это служение. Когда мы служим другим людям, передаем им божественную силу, святость вот эту вот, то в этом заключается единственная цель нашей жизни – жить в этом мире. Единственная цель человеческой жизни – это брать святость у святого человека и передавать ее другим. Нет другой цели здесь жизни. Все остальное – это поддержание жизни. Забота о своей судьбе просто, забота. Но жизнь сама начинается тогда, когда человек берет святость и отдает другим. Да, он молится и потом с этим живет в течение дня, отдает это другим. Если человек никогда в своей жизни это не делал, значит, он никогда не жил. Он просто поддерживал свое существование. Все. Давайте пытаться начать жить сейчас. Вы почувствуете, это жизнь, потому что ваше сердце начнет радоваться, чувствовать вот это все. Давайте попробуем. Мысленно кланяемся с каждым своим объекту святости, у каждого своя вера. И я желаю всем счастья, повторяю. Спокойно, пытаясь передать вот это чувство. У нас нет никому любви на самом деле, мы просто в это играем, но у святости есть. И когда мы говорим «я желаю всем счастья», всегда надо вспоминать свой объект любви. От его имени надо это делать. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания и всего самого светлого в вашей жизни. Спасибо вам большое, что вы были со мной все эти 3 часа. Всего вам доброго.